Долгих лет вам и доброго здравия, Наполеон Бонапарт, первый консул и император французов. Франция лежит в середине Европы, а Париж, ее сердце, многие века оставался центром искусств и литературы. В окружении соперников и жестоких врагов Франция сохранила величие нации. Мир до сих пор помнит победоносное шествие французских воинов, которые, казалось, способны покорить весь свет. Наполеон Бонапарт, Франция жаждет стать империей под вашим руководством и снова диктовать всему миру свои утонченные вкусы. Император, вы готовы еще раз вызвать врага на бой? Сможете ли вы создать цивилизацию, которая устоит под натиском времени? Te saluto. Augustus sum, imperator et pontifex maximus Romae. Si tu est Romae amicus, es gratus.
salve. Tam fortis, tamen tam stupidus. Udinam habeas cerebrum simile tuae fortitudini. Тот, кто знает людей.
Salve. Procede. Poco offero a te considerandum. Consentio. Коротка и жизнь людская. Salve. Non.
Учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва лишь им представится к тому удобный случай. Thank you.
Салуэ. Tam fortis, tamen tam stupidus. Udinam habeas cerebrum simile tuae fortitudini.